Не секрет, что двери Казанского федерального университета всегда открыты для иностранных гостей. 3 февраля состоялась встреча ректора КФУ Ильшата Гафурова с представителями компании Uber Technologies Inc. Встреча прошла в зале наблюдательного совета. Основным вопросом стало обсуждение возможности реализации совместных проектов. Ильшат Гафуров познакомил представителей компании Uber с историей и современными возможностями Казанского федерального университета. Особо ректор отметил кадровый потенциал университета и инфраструктурные возможности. Так, например, в области медицины – это университетская клиника. По нефтяной тематике – это собственные совместные площадки САО «Татнефть». Отдельно внимание были удостоены структуры, также являющиеся площадками трансфера – профильные лицеи КФУ, выпускники которых, как правило, продолжают свое обучение уже на уровне высшего образования в ИТИС. Мы можем совместно осуществить множество проектов. Наши компетенции позволяют реализовать полностью уникальные проекты. Мы уже имеем опыт работы с такими крупными транснациональными компаниями, как Samsung Electronics, Cisco и многими другими. Особо хочу сказать о наших разработках в области систем умного города, беспилотных автомобилей и систем информационной безопасности. Глава Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Пьер Димитри Горкоти сразу на встрече дал поручение рассмотреть возможности сотрудничества и развития совместных проектов. Мы компания, которая быстро развивается и много инвестирует в технологии, поэтому мы ищем талантливых специалистов. Это дает возможность людям приходить работать к нам в Uber. Также есть другие возможности. Мы открыты для исследований и сотрудничества со студентами, которые помогают нам в технологии мобильности. После встречи у представителей IT-компаний была возможность ознакомиться с историей университета в музеях КФУ. Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз.